Всем привет! С вами Ольга Саракина и добро пожаловать на мой YouTube. Это видео будет особенным. Это видео просили меня мои ученики сделать уже несколько месяцев, и вот наконец я его записываю. Здесь я разберу 10 моих любимых упражнений на постановку руки. Сразу хочу сказать большое спасибо моей ученице Наталье Сазоновой, потому что именно она поделилась этими упражнениями со мной и с моими учениками на моем мастер-классе в Петербурге. Ну что же, приступаем. Упражнение номер один. И здесь мы рисуем полоски которые параллельны друг другу. Мы стараемся выдержать их размер и расстояние между ними тоже должно быть одинаковое. И, конечно же, эти полоски должны быть параллельны. Можно начать сначала с длинных полосок, как я, можно начать с коротких. И самое главное, чтобы они были у вас в разном направлении. То есть вы видите, что сначала я сделала вертикальные полоски, потом горизонтальные, потом э, я делаю более длинные вертикальные полоски. Затем можно сделать полоски по диагонали. Вы можете повторять за мной, можете придумать что-то свое. Здесь я вписываю э, эти полоски в такой воображаемый прямоугольник, я его еще чуть позже покажу вам. Здесь очень важно, кстати, не э, перенапрягать руку, потому что от излишней старательности вы можете прям почувствовать, какое сильное напряжение у вас в руке. Постарайтесь ее расслабить. Сделайте упражнение несколько раз, если первое. Э, первый вариант вообще вам никак не понравился, и постарайтесь не задерживать дыхание, потому что тоже очень часто замечаю, что очень напрягается рука у начинающих делать это упражнение, и прям задерживают дыхание, так и стараются сделать как можно ровнее, но наоборот от перенапряжения <laughs> получается хуже, чем если бы вы делали это в таком более расслабленном состоянии. Поэтому делаем глубокий вдох и рисуем эти параллельные полосочки. И вот вы видите, что я практически полностью закрыла этот мой воображаемый прямоугольник. Осталось меня нарисовать только снизу справа горизонтальные параллельные полоски и я даже уже здесь сама чувствую что вот эти последние полоски мне э, даются гораздо проще чем в самом начале итак как часто делать эти упражнения в идеале делать их конечно же каждый день но можете дать себе например неделю неделю делать каждый день эти упражнения и сравните свой прогресс потому что прогресс будет гигантским огромным невероятным по сравнению с первым днем и последним днем. Также можно делать эти упражнения перед началом своих рисунков, занятий скетчингом, живописью. Замечательно. Ну что же, переходим ко второму упражнению. Оно очень забавное, потому что здесь мы будем рисовать такие закругляшки, линии с плавными закруглениями, желательно не отрывать руку от бумаги. И очень-очень важное условие. Расстояние между этими линиями должно быть одинаковым. То есть вы сохраняете расстояние между линиями. Это действительно довольно сложно сделать, особенно в самом начале. Скорее всего, в начале будет ничего не получаться, но продолжайте, обязательно продолжайте. И это одно из лучших упражнений на постановку руки. И вот сейчас давайте я немного ускорю видео. Вы, конечно же, можете придумать какие-то свои закругления. А, Вообще, мне эти мотивы напоминают очень мотивы индейцев майя почему-то вот эти закругления. Отлично, переходим к следующему упражнению. И третье упражнение на постановку руки про квадраты. То есть мы рисуем квадраты, наклоняем их в разные стороны, пересекаем по-разному, под разными углами. Но очень важно, размер квадрата мы выдерживаем. Опять же, давайте я ускорю видео, чтобы вы быстрее восприняли это упражнение и скорее начали его проходить сами. То есть я ограничиваю себе пространство. Да, такой большой прямоугольник рисую и в пространстве этого прямоугольника я делаю эти квадраты действительно довольно сложная часть этого упражнения это то что надо выдерживать размер квадрата даже если мы его поворачиваем под углом это невероятно тренирует мозг и особенно если вы будете делать эти упражнения с самого утра вы прям почувствуете как ваш мозг просыпается быстро тонизируется это упражнение на мой взгляд лучше чем кофе с утра обязательно попробуйте. Четвертое упражнение. Здесь мы рисуем фигуру и повторяем ее много-много раз. Вы можете выбрать любую фигуру. Вот я выбрала такой, словно бы соединенный из двух прямоугольников элемент. Вы можете, например, рисовать шестиугольник, восьмиугольник, все что угодно, но мы их повторяем и стараемся, чтобы они были одинаковыми. Пятое упражнение, оно очень похоже на предыдущее, но здесь мы уже рисуем овалы и круги. Овалы и круги рисовать немного сложнее, нежели прямоугольники, потому что здесь вам нужно одним движением руки показать овал и круг, и овал чуть-чуть проще рисовать, чем круг. Поэтому разрисуйтесь как следует на прямоугольниках и переходите к овалам и кругам. И тоже стараемся здесь, чтобы овалы и круги были одинакового размера. Следующее упражнение. Номер 6 уже. Мы здесь рисуем прямоугольник, делим его пополам, половинку еще раз пополам и так далее. Делим все на четное количество частей. Также мы можем рисовать, например, не прямоугольник, а отрезок и делить отрезок на четное количество частей, да, то есть пополам, оставшуюся половину пополам, оставшуюся пополам и так далее. Можете наклонять этот отрезок под углом, как в предыдущем да, варианте. Можете также горизонтально делить пополам. Можете вертикальный отрезок показать и делить его на четное количество частей, как вам больше нравится. Следующее упражнение уже номер 7. Оно очень похоже на предыдущее, но здесь мы будем делить прямоугольник на нечетное количество частей. Да? То есть если предыдущее было на четное, мы все делили пополам, то здесь, например, на три части можно делить. Оно немного сложнее уже предыдущего. И опять же, вы здесь можете использовать прямоугольник, можете использовать отрезок. Можно отрезок вертикальный, горизонтальный, под наклоном, как вам больше нравится. Но предлагаю делить, например, сначала на три части, потом оставшиеся части на три части можно немного усложнить и делить на 5 на 7 частей восьмое упражнение и одно из самых сложных и эффективных на мой взгляд итак здесь суть в том что мы рисуем квадрат делим на 4 части каждую сторону внутри на одно деление мы поворачиваем новый квадрат опять делим его на 4 части каждую сторону и так далее Итак, вы видите, что я поделила на четыре части, и теперь я буду врисовывать квадрат внутри квадрата. И действительно, это упражнение, оно настолько активирует мозг, настолько активирует руку. Замечательная тренировка. Обязательно попробуйте. И давайте, как всегда, немного ускорю это видео, чтобы вы быстрее увидели итоговый результат. Вообще, я бы даже назвала это упражнение упражнение гипноз, потому что вы увидите итоговый результат, что получится, и похоже на какую-то такую гипнотизерскую штуку. Очень, кстати, напоминает вот именно это упражнение. У меня почему-то рисунки Эшера, нидерландского художника. И если у вас не получится это упражнение с первого раза, пожалуйста, не переживайте, оно действительно сложное. Просто повторите его несколько раз, и вы увидите, насколько оно эффективное. Просто невероятно эффективное упражнение для постановки руки. Девятое упражнение. Предпоследнее в этом видео, очень забавное. Мы рисуем куб, и в нем мы рисуем овальчики, да, такие дырочки получаются. Смотрится как дырочки, даже похоже на сыр аналогия у меня с сыром. И так весь куб. Можно вырезать не овальчики или кружочки, можно вырезать все что угодно, треугольники, квадраты, соты, восьмиугольники, все что вам нравится, и попробуйте укладывать именно вот в перспективе эти овалы, да, то есть вы видите, что я центральную ось провожу, чтобы мне было удобнее, и рисую овальчик. Второй куб я нарисую и вырежу в нем треугольнички, да, то есть просто для контраста, чтобы вам было интересно попробовать также такой способ. Попробуйте свои способы с, например, вырезанием квадратиков, и вы видите, что здесь треугольнички я наклоняю. И это были 9 упражнений на постановку руки. И сейчас я вам дам бонусное десятое упражнение. Это мое самое, самое любимое, пожалуй, упражнение. Я его изучила на моих занятиях по каллиграфии в СПбГА имени Штиглица в художественной академии, где я училась. И на шрифтах, так этот предмет у нас там назывался каллиграфия шрифты, мы рисовали вот такую вот восьмерку и суть была в том чтобы с каждой следующей вот этой петлей немножечко уменьшать эту восьмерку да чтобы получался в итоге такой треугольник и вы можете в разные стороны делать эту восьмерку например сверху вниз снизу вверх попробуйте, это просто потрясающее упражнение. Ну что, мой дорогой творческий друг, мне интересно, понравились ли вам эти упражнения? Пишите в комментариях. И я очень рада буду научить вас также скетчингу, очень жду вас среди моих учеников. Всю подробную информацию, программу, отзывы моих учеников, работы моих учеников вы можете посмотреть на сайте www.olgar38.com И очень надеюсь увидеть вас совсем скоро среди моих учеников. До новых встреч. Пока!